Книга «Открытым оком», том 9. Тема «Природа», вопрос 2273. Знал ли Лот о свойствах вина? Он не мог не знать о Ное и Хаме и действии сего напитка. Почему же он допускает такое состояние, что падает с дочерьми, причем 2 дня подряд? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Дочери напоили его тайно, чего он не знал. Если его дочери знали о действии вина, то по смыслу их действий он обязательно знал, что хмельное до добра не доведет. Падение Лота почему-то не осуждается в Библии, а при воспоминании его на память приходят только развращенные жители Содома и мучения в душе Лота. 2 Петра 2:8. А праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Нравы тогдашние были намного слабее, чем в Церкви Христовой. Говоря об Аврааме, который родил Измаила от рабыни, пророк оправдывает его так. Малахия 2:15. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Это может быть приложено и к Лоту, если бы это были не дочери его, и сделал бы это он сознательно, но оправдывать его не следует. Римлянам 14:4. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Премудрый Соломон 7:2. И я в утробе матери образовался вплоть в 10-месячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном. Меня в этой истории более всего поражает то, что на страницах Святой Библии эта не совсем понятная история так изображена подробно, и не дана ей оценка. Она вызывает во мне доверие к другим частям Библии, ибо Библия ничего не скрывает даже у праведных людей и не приукрашивает их биографии. Это так по сердцу. Как важно знать заранее свой путь, змеиный нрав дороги перевалов, где предварительный стоп или капут, где трупы в розницу отметят и навалом, вдоль трассы памятники под венками плачут, беззвучно научают, восклицают. Не сбавил скорость и не мог иначе, привыкли говорить, не лезьте, знаем сами. От самости все секты зарождались безумной дерзостью сплошных противоречий, познали с бесами, с масонами, с жидами, и миллионы душ сумели искалечить. На запах жареного наспех шашлыка тянулись на бесплатную халяву. А оказалось, жгли тавром ослу бока, попали в еретическую яму. Никто из тех, кто церковь пренебрег, заранее не просчитал, что дальше будет, когда среди тысячи изъезженных дорог одна твои мозги когда низги закрутит. И будешь лепетать чужую ложь, жрать сатанизм и мертвечину секты, жена и дети, все пойдут под нож. Оттуда только в ад, кто выйдет, редко-редко. Сектанты диспутов боятся, как огня. Тоталитарно злобный их оскал не раз стращал и доставал меня, когда по Библии вопросы задавал. И если их слова переложить на карту с крупным, по глазам масштабу вас увлекут ловушки, виражи, бездонные ущелья, что бегут, берут нахрапом. Но есть путь добрый, древний, изначальный, шли по нему апостолы, вся церковь, путеводитель Дух Святой, Христос, начальник. Он сам есть путь и победитель смерти. 9 июля 2004 года. Игнатий Лапкин.